Добрый день. Сегодня у нас Нива, пятидверка, 21-31. У нас отсутствуют тормоза, убегает тормозная жидкость. Нашел две причины, сейчас покажу. Одна из причин — это побежал главный тормозной цилиндр, мы его заменим на новый. И вот на этом тройничке была откручена верхняя трубка. Ослабленная, из-за этого там поддавливала тормозуху. Снизу посмотрел, думал, главная магистраль, потому что по трубке убегала тормозная жидкость вниз и капала снизу. Вот сейчас мы протянули, тройничок открутили от этого, от корпуса. Там вот даже видно, что тормозной жидкостью краску всю поела. Протянули трубки. Сейчас будем менять главный тормозной. Заливаем тормозуху новую и прокачиваем тормоза. Задача наша на сегодняшний день. Продолжаем. Так, ну, приступаем. Откручиваем. Тормозные трубки ослабляем. Здесь ключик на 10. У меня простой рожковый, но он широкий. Трубки здесь не закисшие, откручиваются нормально, да, все трубки нормально открутились. Снимаем тормозные шланги с бачка. Жидкость, чтобы на пол не сливать, что сможем поймать, поймаем в баночку. Также и вторую. Здесь два контура, и бачок разделен тоже на два контура, перед и зад. Даже вот как у нас, допустим, трубка начала пропускать на задний контур, передние тормоза все равно действуют. Педаль бывает проваливается, но со второго качка тормоза все равно есть. Поэтому какая-никакая защита присутствует. Так, ну и откручиваем теперь трубки полностью. Для тормозных трубок есть специальные ключи, есть дорогие форсовские, он идет накидной ломающийся ключ, и есть наши отечественные, простой разрезной ключ с затягивающим болтом. Он, получается, одевается на трубку, заводится на сам штуцер и затягивается болтом, создает жесткость. Грани не срезаются. Так, вот трубку мы одну сняли. Таким образом снимаем все остальные. Главный тормозной, когда начинает бежать в вакуум, тормозная жидкость собирается в вакууме. Потом она разъедает мембрану вакуумного. И вакуум умирает. Поэтому возможно, что скоро нам придется менять и вакуум. Сейчас посмотрим. Если увидим, то, наверное, сразу его и заменим.
Вот мы все трубки сняли. Теперь мы откручиваем вот эти две гайки на 17. И снимаем главный тормозной. Вот о чем я и говорил. Видите, тормозная жидкость начала бежать здесь. Убираем его. Вакуум она не попала. Вот эта манжета сделала свое дело. Вся жидкость бежала вниз. Вакуумный цилиндр у нас остался наш. Мы менять его не будем. Главный тормозной цилиндр мы будем использовать автовазовский. Он специально идет для Нивы свой. У него вот эти носики в бок. У Жигулей, у классики они вверх. Вытаскиваем заглушки. Так, ну все, снял все заглушки, ставим цилиндр на место. Здесь можно, даже он смазанный уже с завода идет. Ну и ставим по порядочку теперь все трубки тормозные. Аккуратненько, чтобы не перегибать их. Так, ну вот мы все трубки наживили, теперь мы их протягиваем. Так, ну что, шланги
То есть трубочки мы тормозные затянули. Теперь ставим на место тормозные шланги с бачка, которые идут один и второй. Затягиваем хомуты. Все, затянули хомуты, заливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем тормоза. Сейчас сниму колеса, все четыре, будем прокачивать. Так, тормозную жидкость мы наливаем полный бачок и потом в процессе уже смотрим и подливаем каждый раз, чтобы бачок был полный, чтобы не хватануло воздуха. Начинаем с заднего колеса, заднего правого. С дальней, потом задняя левая, передняя правая, передняя левая. Вот он находится, цилиндрик тормозной выходит сзади. Берем бутылку пустую, наливаем в нее немножко тормозной жидкости, берем шланчик, одеваем на носик и ослабляем носик. Нажимай, Саш. Качай. До самого конца, до упора. Ага, нажимай. Еще. Еще. Нажимай до конца. Держи. Так. Отпускай. Так, переходим на другую сторону. Также цилиндрик с этой стороны, вдеваем на него ключ. Вдеваем шланг. Нажимай. Качай раз 10. Нажимай, держи. Так, ну здесь уже воздуха было меньше. Переходим на переднее правое. Здесь у нас два штуцера. Сейчас добавляем тормозной жидкости. Мы добавили и начинаем с верхнего. Дави, качай. Вот он, воздух идет, в бачке видно. Нам надо добиться отсутствия воздуха. Нажми. Ну вот, прокачали тормоза. Это было переднее, левое, последнее колесо. Педаль тормоза, сейчас покажу, давится нормально. Главное мы заменили. Здесь проводки были оторваны. Сделал новые клеммы. И термоусадкой их закрыл. Все, это сделали. Сейчас покажу педаль тормоза.
отлично. Вот. Это вот педаль тормоза. Не проваливается, держит, все нормально. Все колодки движутся, и задние, и передние. Поэтому все, что мы меняли, у нас получилось. Ладно, всего доброго.